Происходит вопрос работы по формированию дамбы, закрывающей вот, строящийся вход, закрывающий вход в воды. Вход воды в затон. Да. Ага, для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы в затоне можно было держать уровень воды безопасный для той части города, которая привлекает к затону. Ага. При каких уровнях начинаются вот эти работы? Мы в этом году приняли решение при уровне 5 метров с небольшим. Угу. То есть это было в пятницу, по-моему. На КЧС, да? Работы нет? Стартовали у нас в субботу. В субботу вечером мы начали работу. В 19 часов уже первые баржи выгрузили. На сегодняшний день здесь дабу порядка 12 тысяч кубов уже заложено. А нужно? Ну, до 30 тысяч. До 30 тысяч. Откуда да. Грунт везут? А везут с Покровского месторождения. Это за мостом находится. Куда, да? Да. Вот. То есть не Покровка Бикинская? Нет, не Бикинская Покровка, а Покровка, которая находится поселок Тельмана. Это сразу за Амуром, да. Сразу за мостом Амурским. Да. Как долго работает, примерно, когда вы планируете закончить? Ну, завтра к вечеру уже будем заканчивать, да, я думаю. Говорит, так должен же ботопорт затопляем. Что не так пошло? Ну, пока не сделали, не доделали работу, пока его не использовали. Да. И в том году тоже засыпали? И в том году тоже, да. Круглосуточно работает? Да, конечно. Ага. То есть баржа с песком с Тельмана приходит? Вон она, баржа, вот чтобы тоже понятно. Вон кран, да, вон буксир. Вот это гидровыгружатель. Вот значит, он сейчас не подходит к гидровыгружателю, потому что ему нужно сменить свое местоположение, то есть продвинуться немножко дальше, потому что он иначе будет разрушать сделанное. А вот этот что кран делает? Этот кран, он получается, что вот этот вот гидровыгружатель, он выгружает песок вместе с водой в виде пульпы. Вот на той барже. Вот эта вот труба на вот дальней, да? Вот она. Нет. Да, он оттуда берет ее, она вот с этой стороны будет вот швартоваться. Вот та дальняя баржа. Та, да, дальняя баржа вот с этой стороны швартуется. Вон сосун у него, видите, вон в воздухе сейчас. Он погружается и перекачивает вот песок с водой туда, да. А у него уже смесь с песка с водой там, да? На барже там на той. Там песок чистый, чистый. Но, а, его, она здесь, но его здесь, вот видите, трубы подходят туда. Его размыв идет воды, подается вода и готовится. Ага. Вот эта вот пульпа, которая будет залита вот...